ГАИ, служба ритуальных услуг, а теперь медицинский вытрезвитель. Почти год это здание восстанавливалось и приводилось в порядок. Финансовую поддержку оказали глава района Владимир Нестеров и губернатор Московской области Борис Громов. Здесь зачастую иногда и жизнь человека поставлена, так сказать, на карту. Если служба работает четко, во-первых, человек должен быть доставлен, и здесь нормальные условия для его размещения, то это действительно иногда спасает жизнь людей. Те требования, которые к медвотрезвителю законодательством, нормативными базами заключены, мы все это привнесли, все для удобства посетителей, так скажем. Для удобства посетителей здесь есть 11 койко-мест и столько же шкафчиков для вещей. Есть и душевая комната, камеры для сушки и дезинфекции одежды, чем не мог похвастаться старый вытрезвитель. Для работы персонала, а это 12 человек личного состава и трое медиков, здесь также созданы условия. Это отдельные кабинеты, оснащенные всем необходимым для приема клиентов мужского пола. Ну, для женщин это редкий случай, который бывает. Здесь мы будем уже принимать меры по тем обстоятельствам, которые будут. В перспективных планах руководства Солнечногорского ОВД установить в комнатах отдыха камеры видеонаблюдения.